Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Lesson 62, урок 62, exercise for, упражнение 4. Прочитай вслух слова и соедини их с соответствующей им транскрипцией. Напишите слова в тетради и подчеркни гласные буквы. Слова: rabbit, are, farm, back, car, they, park, that. Попытаемся соединить слова с транскрипцией. Итак, первое слово rabbit. Буква A передает широкий звук A. Также в данном слове есть еще одна гласная буква. Это буква I. Произносится как краткий I. Rabbit. Переводим кролик. Следующее слово R. Буква сочетания AR дает один звук R. Последняя буква I не произносится. Переводим как есть, являться. Farm. Буква сочетания AR дает звук A. Транскрипция farm, перевод фирма. Back. Буква A стоит в закрытом слоге, поэтому имеет широкий звук A. Назад. Car. Буква сочетания AR дает один звук A. Переводим машина. They. TH читается как звук D. A. Буква сочетания EY дает звук A. Они. Park. AR. Дает звук R. Переводим как park. И последнее that. Буква сочетания TH снова произносится как Z. Буква A стоит в закрытом слоге, поэтому имеет широкий E. Переводим как этот. На этом задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.